Ребятки, всем привет! Сегодня пойдет речь о том, как я траил Эпик в прошлой акции. Насколько понадобилось L монет на то, чтобы достать заветную сережку, да? И в целом подведу какие-то итоги, стоило оно того или нет. Видео будет в ускоренном режиме, просто под музыку подставлю. Посмотрите, сколько траев сделал, чтобы достать серьгу. Вот, и в конце подведу итоги. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. В общем, как вы видите, траев сделал я не так-то много, но в целом можно сказать, что мне повезло. Единственное, что забайтился опять точнуть Баюма, обидно то, что он сломался. Больше я не буду его точить сам, я проще накоплю монеты и куплю его готового. Потому что это уже третий раз, когда я пытаюсь его на два заточить, и он все не идет. По итогу было потрачено, не считая начальных траев, 32 тысячи монет на то, чтобы получить серьгу Орфина. Я считаю это достойным результатом, так как у других людей смотрел, траев было гораздо больше. Так что я еще в целом нормально так сэкономил денег. Задумывался о том, что может быть лучше взять кольцо Белефа второе. Я пока играю шилкой, мана мне в принципе не нужна. Вот, но решил дальше уже не идти, то и средства заканчивались. Выгреб всю Адену, что-то поддонить пришлось. В общем, как-то так. А суммарно затрачено было на все это 40 000 монет. В целом, результат хороший. Делитесь в комментариях, какой у вас результат получился и вообще макались вы в это или нет. А то на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.